Так, ну а мы продолжаем дальше. День второй. Третий резидент. Сейчас немножко погромче сделаю. На самом деле же побегал немножко. Уже знаю, куда вроде идти. И пойдем мы за зеленым камнем. Или за синим. А, не, синий у нас уже есть. В общем, да, сейчас будет очень много беготни у меня. Потому что пока нет гранатомета, с немедицем как проблематично будет сражаться. Так, хобби здесь были собаки. Или зомби. Что лучше, не знаю. Собаки. Ладно, побегаем. Так, сейчас нас здесь ждет мега супер паук. Так, вот у нас подстанция, ресторан, офис газетной редакции. Ну, так как я взял отмычку, пойдем в ресторан сначала. Сколько бы ни пытался, почему-то он все время меня здесь бьет паскуда. А я просто хотел взять патрон. А, здесь порох у нас. Ну, ладно. С потерями немножко идем. Хотя можно было на обратном пути все это взять. Не тянется. Вот так вот. Так, тут у нас трава. Кстати, вот тут есть плакат. Плохо очень видно. Вот стану возле него. Биохазл 4. Четвертая номерная часть. О, немножко изменилось. Тут теперь лежит порох. Тогда сейчас придется нам отсюда уйти. Побежать в сейф-рум, городской путеводитель. Очень много об городе Ракун-Сити. Мэр города Майкл Уоррен. На паузе можете почитать. Так, если мы выходим отсюда, здесь будет много зомби. Окей. Попробуем без укусов пробежать. Блин. Не-не-не-не-не, беги, Джо, беги. Добежал. Блин, смотришь, спидраны, они так прям все четенько, быстро все это пробегают. А меня уже куснули два раза, пока я тут.
Так, ну ладно, пока если ничего нам не нужно, возьмем одну травку на всякий случай. Так, патроны, пожалуй, ручка. В общем, есть два варианта. Пойти в ресторан и там сразиться с Немезисом, либо пойти в редакцию. Там в редакции неудобно сражаться, мне так кажется. Пока все это не надо. Честно, просто не помню, в какой момент... А, можно, в принципе, убить его после редакции. Кстати, по поводу резидента, вышел прикольный мод на 4-й резидент с фиксированной камерой. Только что смотрел. А, кстати, чем прикольно здесь в ресторане, то, что можно все нахрен взорвать. И получить сразу чемоданчик. Corporal of Umbrella's Biohazard Countermeasure Force. What's your name? Jill, did you just say you belong to Umbrella's army? Yeah, we came all the way out here to save you civilians. But the mission went bad the minute we landed. Crazy? You could have barbecued both of us. Ну, что есть, то есть. Чудесно, нам дала аптечка. В принципе, можно не дожидаться, потому что все равно здесь будет две стадии. А патронов у нас все равно не хватит. Mission is to rescue the civilians. How kind of you, considering Umbrella caused all this in the first place, those liars. Look, we're just mercenaries, hired hands. No time for talking. If you can believe me, then join us. Think about it. Иду медленно, даже пытаюсь вспомнить, что сейчас нужно делать, куда этот Немезис сейчас выбежит, если выбежит. Так, у нас есть аптечки, немного патронов. А, он сразу выбегает. А зачем я забежал сюда? Ладно, скинем аптечки, пока они не понадобятся нам. Хотя... Надеюсь, нас не грохнут по пути в редакцию. Сейчас попробуем все быстро-быстро пробежать. Ух ты!
надеюсь, сейчас он не выбежит за мной. Блин, он выбежал. Ладно, побежали. Там просто в этом, в трупе лежат патроны. Надо было сразу брать синий камень, чтобы сразу вставить ворота и их открыть. А теперь нам придется побегать. И, возможно, мы опять пострадаем. Фото Б. Что там? Снимок зомби с близкого расстояния. Ужасно. Так, а можно какую-нибудь экспозицию поправить? Вот так хотя бы. Надеюсь, будет не очень темно. Не, темновато, да? Все еще коплю на карту захвата, чтобы нормально играть в игры. Вот только мне, походу, дело понадобится переходник с KB RCA на HDMI, потому что хочется купить Dendy, Sega, либо просто все же с Raspberry Pi все это записывать. Посмотрим. Еще я не понял одну такую хрень. На HDMI же вроде на карте видеозахвата же только один вход-выход. А если хочу подключить веб-камеру, то есть мне нужно прям в карту захвата ее пихать, или можно подключить ее отдельно по компу через USB. В общем, короче, вопросов много, пока непонятно. Камушек. Камушек и дневник с фотографией какой-то. Странно, почему есть только один зомби. Всегда было два. Фото С. Полиция уничтожена. К сожалению. Дневник репортера. Наконец мне удалось найти нужные доказательства, подтверждающие, что в городе действительно охвачена эпидемия каннибализма. Один мужчина в буквальном смысле поедал людей заживо. Он был похож на дикое животное, разрывающее свежую плоть. Это было ужасно и отвратительно. И до меня дошли слухи, что у многих людей сейчас появляются симптомы этого заболевания. Однако, возбудитель инфекции до сих пор не найден. Что это? Очередная тайная и загадочная болезнь? Я должен все это разузнать. В связи с эпидемией они вводят в Ракун Сити военное положение. Я потерял связь с коллегами. Пределами города, я не собираюсь сдаваться. Как журналист, я не намерен закрывать на это глаза и оставаться в стороне. У меня есть долг перед людьми моей профессии. Думаю, что эпидемия еще не достигла общенациональных масштабов. Мне кажется, что в этом городе кроется разгадка ее происхождения и лечения. Убежден, что это мое... Что я... Дубль 2. Я убежден в этом. Военные блокируют город по всему периметру, пытаясь... Я устал читать. Так, на паузе было. На самом деле не устал, просто нос заложен, чего говорить. Так, военные блокируют город по всему периметру, пытаясь предотвратить бегство людей и устранение инфекции. Так или иначе, большинство жителей уже мертвы, либо имеют признаки заражения. Я понимаю, что введенный карантин в городе был верным решением. Для меня это начальный печальный итог. Буду ли я заражен или съеден, уже не важно. Моя участь предрешена. Все, что у меня осталось, это моя журналистика. Я не сдамся, пока не раскрою тайны этого смертельного заболевания. Недавно я узнал, что болезнь распространяется воздушно-капельным путем. Заражение происходит каким-то другим способом. Вот так. Дневник репортера. Он, кстати, это он. Потому что он единственный зомби в очках, который здесь есть. Или не в очках, или, может, мне кажется, я... И я уже путаю, ладно. Так, выходим и бежим, потому что по пятнам по затылку дали. Ух, какой он жестокий. Надеюсь, он сейчас не побежит за нами. Потому что
Хочется патроны сразу взять. Ибо впереди. Был с ней камушек, уже бы открыли. Ну ладно, так. Где там? Куда подойти? Пойдем за камушек. Кстати, да, тяжеловато одновременно говорить и играть. Либо поначалу все время так. Либо потому, что я поужинал плотно, и вот сейчас пытаюсь играть и одновременно говорить, и что-то экспромтом придумывать. Хотя придумать, в принципе, уже нечего. Все, что хотел, рассказал в первой части. Он не появился. Вот сейчас появится. Сейчас должен резко забежать к нам в этот уголок с дверью. Забежать? Да. Зачем я нажал? Он нас сейчас ударит. Опять. И у нас будет среднее состояние здоровья. Что ж нам делать? Нажимать шифты, чтобы... Да, не лучше вариант. Да, я же за брюхо держится. Повреждение. У меня такая стратегия, набрать кучу патронов и пороха и сделать эти замораживающие эти снаряды. Пробежал. Обратно придется их отстреливать. Так, тут должна быть травка, которая нас подлечит. Четыре патрона всего лишь. Маловато будет. Что-то ж труп не остались. Нормально. Так, где тут еще собака должна? Не хочу читать. You're one of the survivors from the rescue team, right? I just ran into your teammate, Carlos. How did a girl like you manage to survive? Hey, I'm no ordinary civvy. I'm a member of STARS. STARS? You mean the RPD Special Force Team? Ugh. Hey, is someone wounded back there? This looks bad. They're coming. Get ready. Fire. Fire. Stay together. Calm down. You're safe now. Everything is going to be okay.
So, Jill, did you decide to help us out? It looks like we're the only ones who survived. We should work together. No, we can't trust her. Why? But, Sergeant, we need her help. Our unit's down to you, me, and Lieutenant Mikhail. That's it. And Mikhail's hurt bad. If we don't cooperate, we won't be walking away from this mission. Let's go over our plan. We're moving to the clock tower area, which is the designated landing zone for the extraction chopper. Once we get there and give the signal, the chopper will fly in and pull us out. That's a lot of ground to cover. I don't think we can make it on foot. The main problem we have is that the landing zone is cut off from here by the fire. So we have no choice but to use this cable car to navigate through it. Fortunately, we can also use it as a moving shield to get us through the worst areas. That works for me. Good plan, sir. Okay, people, let's get moving. Joe, put this on. Мне очень нравится то, что в оригинале с Николаем более интереснее сделали. То есть он не сразу раскрывает свою личность. И даже когда его Карл встречает, он говорит то, что все, что нужно знать, что он просто наблюдатель здесь. То есть до конца не ясна роль Николая. А в ремейке что-то как-то сразу все там раскрыли, показали. Мне так кажется. Так, здоровье среднее. Ладно, пока так побегаем. А вот и собака. Эй, ты забрался. Ну ладно, пока средний. Так, еще нужно отбиться здесь в переходе с этими перебилами. Надеюсь, по звуку нормально. Речь, игра. Я вроде смотрел предыдущий летсплей. В принципе, я ничего не менял. Ну да. Эхо с голосом, конечно, не очень круто, но когда будет карта захвата, поставлю микрофон, потому что есть звуковая карта, есть микрофон, и наконец у нас будет High Quality HD Stereo, я не знаю, что в таком духе. Так, бежим слева, он выбегает справа, хватаем то, что в машине, и даем ноги. Кажется, получилось. Ах ты, ползучий гад! Ну, почти получилось. Слушай, на этот забег намного тяжелее. Итого, очень мало патронов. Что у нас есть? Три травы, которые не поместятся. А, нас уже куснули хорошо, так, поэтому используем. И возьмем травушку. Так, сейчас здесь никто не появится, у нас будет свободный проход.
того, чтобы взять книгу или что там, компас какой-то. Так, тут мы тоже всех грохнули, а что это за звук? Мне же не показалось, как будто кто-то дверь пытался открыть. Немези же может выбегать. Так, отмычка нам больше пока не понадобится. Вот эта штука нам понадобится на заправке. И чтобы взять шланг. Так, давайте пока пойдем на электростанцию, потому что сейчас получим батарею. И, наверное, сейчас запишемся, потому что там этих тварей много, патронов мало, и жизнь только одна. Еще не месяц за нами бегает. Не дай бог сейчас выберу. Пожалуйста. Нет. Ребята, вы откуда тут появились-то? Я только поправил здоровье. В принципе, можно было загрузиться заново. Зачем тогда их отстреливал? Только патроны перевел. Ну ладно, что есть, то есть. Не хватит. Ой-ой. Сейчас какая-то херня выбежит. У меня прям флешбэк, я начинаю вспоминать, где чё как меняется с этими рандомами. А могли вороны вылететь, значит вороны будут в другом месте. Сейчас, по идее, собаки не будут сразу нападать, они будут кушать трупы, если я не ошибаюсь. Да. Так, одного пробежали. Да куда ты? Слушай, ну патронов... А, будут патроны, да-да-да-да-да. Будут патроны прямо в самом начале, когда мы спустимся к электростанции. Главное сейчас не помереть от этих сраных кровососов, мозгососов. И как их там их назвать? Не туда! Не туда!
Вот дрянь-то какая, а? Бывает, пробежишь, они даже это, ну, не тронут. Бывает наоборот. И куснут, и обслюнявят, и обсосут. И... Так, сейчас нужно очень быстро. Бери быстрее. Я не знаю, зачем я это сделал, зачем я убежал. Я испугался. Так, я надеюсь, что зомби ресетнутся, и они заново пойдут на тебя. Можно будет их отбежать. Чё, нет? Ёшки-матрёшки. Фу, пробежал. Так, красная трава. А сколько у нас там? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Возьмем. Просто здесь может порох стоять, который нам понадобится. Предмет и еще оружие. Нам как бы нужны свободные ячейки. А нет, ничего не стоит. Давай уже. Дергай рычаг. Поехали. Так. По-моему, красная. Красная, красная, синяя. Бывает. Гранатомет. Подать напряжение. Ну что вы спрашиваете? Прям как назад в будущее. Все сверкало. Так, теперь. Красный, синий. Нет. Ну, пусть будет еще синий. Минус 25. Окей. Так, тогда синий, красный, синий, синий. Тоже нет. Окей. Синий, красный, красный, синий. Тоже нет. Синий, синий, красный, синий. О! Подошло! Теперь мы будем богаты. Так, будем или нет? Что у нас? А, тут предмет просто. Только один предмет. Можно валить. Так, ручка не поворачивается. Так, и, по-моему, сейчас немезис не появится, а будут эти братки стоять на входе. А здоровья-то нету? Да ёб твою! Ой, хорошо, что ты упал. Дамочка, отстаньте. О, Джилл, беги, блин, беги. Давай, ну уже.
Лифт впереди. Что-то я напрягся уже. Можно выдохнуть. Какой выдохнуть? Там пауки, мать их, будут. Слушайте, я так... Блин, есть же аптечка. Вот это я испугался. Ну ладно, не испугался, поволновался. Беги. Да что ж ты, паскуда такая? Я вообще туда забежал-то? Да, туда. Ну и ладно, потратим патроны. Сколько их там осталось? Фигушка осталась. Да ё... Не стойте там. Чё у тебя тут? Фух. Я думал, что я все аптечки выложу, и у меня больше ничего нету. Я думал, поднимусь на лифте, и меня это... Высосут! Высосут из пальца! Так, нам понадобится это. И все. Это нам в конце понадобится. Так, возьмем на всякий случай. Нет, не то. Не то. Пальцы не те кнопки жмут. Вот это возьмем. И вот это. Теперь можно завернуть хорошую самокрутку. Вот туда. У меня дед самокрутки курил. Да не только дед. Так, значит, мы бежим и прибегаем. Простите. А, тут большой еще бэктрекинг будет после этой. Слушайте, нам надо это взять что-нибудь помощнее. Потому что мы пойдем в самое-самое начало и будем добывать патроны для гранатомета. Патроны для пистолетов, по-моему, у нас не будет на пути, потому что я все уже взял. Так, в принципе, должно хватить. Как говорил Леон С. Кеннеди в мультфильме каком-то, хочешь жить, стреляй в голову. Поступим-ка мы так же. А тут сейчас тоже что-то вылезет. Нет? Странно. Так, у нас будет аптечка впереди, патроны для гранатомета и порох. Точно. Это все, что нас ждет в недалеком будущем. А, еще в машине, по-моему, спрятано. Еще в машине спрятано в самом начале. Там лазейка есть тоже. Только я не помню, мы вначале пробегали зомби или мы их убивали? Потому что если мы их не убивали, то там придется повозиться. Второй где? А, там. Паука играет. Mm-hmm.
Так, и сразу мы заходить не будем в этот, как его, в аптеку эту сраную, а возьмем ручку. Ручка нам откроет дверь. Логично, да? Вот это, кстати, прикольная тема, когда вот в окне зомби застрявший. Не знаю, так задумано было или нет, но прикольная фича, если так почаще бы делали. То есть это прям оживляет сцену, где ты играешь. Ой-ой. Обманул. Не помню, мы в баре брали патроны или нет. Вообще не помню. А заходить туда не очень хочется, потому что там зомби. Так, кран нам больше. Кран. Ключ не понадобится. Хорошо пробежал. Я даже не помню, что такое должно было быть. Зомби? Нет, ворон. Это хорошо. Давай, крути колесо. Бонус. Шесть, 12, да? И 18. Так, ладно, забежим в этот бар, потому что мне кажется, мы только взяли эту зажигалку, а патроны я не брал. Ой-ой-ой. Ах вы, мать вашу. Нет, патроны я взял. Ну, тогда попробуем отсюда выйти. Да, патроны я взял. Ну что ж, ладно. Ничего страшного. Так, если не ошибаюсь, здесь должна быть машина, с которой должен снова выйти зомби, и в машине что-то будет. Либо это не здесь. Нет, здесь. Headshot. Да ёб твою мать!
Патронов нету, заблудился. Отстань, дядя. Забыл перезарядиться. А? Ну, бывает. Чё быстро-то такие все? Встретились друзья. Вон он только сейчас дернулся. Давай, давай, иди. Как дурак, бегаю по кругу. Закрыто с другой стороны. Ну ладно. Что ж такое-то? Чё там? Ну ладно, хоть так. Ну чё-то как мы с потерями, мне кажется, идём. Тратим здоровье на патроны. Так, сбегаем сюда, здесь будет тоже бонус. Не сразу об этом узнал. Съел девку. Съел девку, а? Сейчас нужно быстро, потому что вот они там питаются внизу, стоит спуститься, они сразу идут за тобой. Хотя обычно нужно было к нам. Хотя обычно нужно к ним прям подойти близко, чтобы они уже на тебя пошли. Что сказал, сам не понял. В общем, мы быстро бежим сюда. Залезаем. Берем порох А. Еще один порох А. Дневник. Не будем его читать. Вкратце скажу, что он жалеет, что все просрал. И бежим отсюда. Наверх тоже подниматься смысла нету. Там только ящик и сейф-рум. Но нам пока это не надо. Помню, вначале говорил то, что будем все пробегать. Мы пробежали. И заодно всех убили. Классика прям. Я не вижу, где тут. Все дело в рефлексах. Как говорил Дюк Нюкем. Да ладно. Они в бар пошли все. Блядь. Я ругался, да? Извините. Лежит хитро. Даже незаметно. И лестница собрана. Очень странно. Кто-то здесь уже побывал. Так.
Теперь нужно отбиться от вот этих. Я как-то поглубже на эту штуку залез. Они не дали мне спуститься и убили. Но эта штука нам понадобится, этот ящик слева с досками, который стоял, чтобы завалить Немезиса. А для этого нужно подготовиться. В принципе... Нам должно хватить на все про все. Так. Все получается, да? Слушай, то порох еще может быть в этой аптеке. Может, пока не будем торопиться? Да, не будем. Так, ладно, продолжаем. Был на паузе. Вот это темно все было. Так, погасим свет ненужный. И продолжим. Сейчас у нас аптека, и бой с Немезисом. Возьмем аптечку. Да, сложновато так час вести, с непривычки разговаривать. Вот это. Пусть будет 3 аптечки. А, и здоровье у нас еще среднее. Вот там, по-моему, будет спрей медицинский. Погнали. Главное сейчас этих пауков как-то оббежать. Я даже не знаю, стрелять или не стрелять по ним. Потому что они такие рандомные, мне кажется. Хотя если выбрать траекторию, может получится. Беги, Джилл, беги. Вау. Чудесно. Чудесно. What did you do? I had no choice. He was about to turn into a zombie. It would have been a threat, so I eliminated it. But he was still conscious, wasn't he? He was as good. Он так ноутбук держал. Так сейчас обратил внимание. Деловой факс. Бланк заказа. Спецаппарат VTG-98 показал эффективность при выращивании тестового образца типа NET. В этой связи нам необходимо заказать дополнительное количество препаратов. Шестая лаборатория AE. Umbrella Entertainment, нет? А вот, отлично. Сразу его применим. А нет, не сразу мы его применим. Попозже. Not now, I'm busy. Идея, тут надо взять пульт, посмотреть рекламу и название препарата, это есть пароль для компьютера. А, опять это писанина. Вот обещаю, в следующий раз я буду все читать.
Я думаю, что будет Савсприн название препарата. Савсприн. О, я был прав. Там есть Савсприн, Аквакюр и что-то еще. Не помню. Вот это просто ублюдская клавиатура. Сделано как алфавит английский, вместо того, чтобы сделать ее как раскладка. Окей. Pass confirm. The door is open. Давай, отворяй ларец. Я надеюсь, что там будет еще порох. Потому что его не было в... На электростанции его не было. А то должен быть. Если его тут не будет, значит он будет в церкви. А нет, тут есть. Ой, как много. Нам хватит? А нам не хватит. Вот это подстава. Слушай, давай-ка сразу налепим цешки вместе, чтобы у нас были патроны для гранатомета. Что потом каждую битву с Немезисом можно было выиграть хоть как-то. Вот, а из этого мы сделаем патроны для пистолета или для дробовика. Если вы слышите странный шум на заднем фоне, это спит мой кот. Кот у меня храпит. Хитрый тоже. Убежал, убежал. Да, все же что-то экспозиция пострадала. Ну ладно. Ой-ой-ой, не тот убежал я. Говнюк, а? Уснул. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, сейчас попробую экспозицию немного. Чуть не заметил. Ну ладно. Так, среднее. Поправляем до. Окей, берем гранатомет. И сейчас будет битва. Будет битва, будет битва. Главное, чтобы он за нами побежал. Если не побежит, то это будет... Очень плохо. Ба!
ракеты в меня попал. Короче, сейчас забираемся на табуретку и читаем стихотворение. Чтоб не промахнулся мимо табуретки. Ой, бочка. Называть это читерство, я называю это не баг, а фича. И как они там, как молодежь сейчас говорит. Короче, хитрости. Хитрости Первого канала. You want stars, I'll give you stars. Так, нам дали какие-то палки с пружиной. Замечательно, я прям рад. Все, у нас арсенал пополнен. У нас есть здоровье, у нас есть пушки. Сейчас как там это было? У нас есть плазменные винтовки, разрывные гранаты. А если враг подберется близко, у нас есть как острые лезвия ножи. Капрал Хикс. Чужие. Часть вторая. Вот это мне нравится. Так. Теперь мы бежим. Куда мы бежим? Я забыл, что нужно делать. Я определенно забыл, что нужно делать. Так, у нас есть масло. А, нет, у нас есть присадка для масла. Значит, у нас есть провод. Есть. Предохранитель. Есть. Сейчас нужно взять конкретно само масло. Еще будет бой с Немезисом. И все, можно отчаливать отсюда. Где там вороны? Прям как в Игре престолов. Трехглазый ворон. Вот к чему это сделано? На самом деле, если спуститься туда или спрыгнуть, там будет тело большого гробоида. Ну, это отсылка к фильму «Дрожь земли». Надо было, наверное, показать вам. Ну, ладно. Так. Слушайте, да, мы можем еще сделать замораживающие снаряды. Они нам понадобятся. Вот сейчас будет битва. Потом будет битва. В церкви? Вроде как. Где ключ-то? Пропустил, а вот. В церкви будет битва. Чё-то я даже не знаю, как вот правильней. Так. Раз, це, два, це, и ещё для дробовика патроны. Не знаю, что сделать. Но определенно замораживающие снаряды нам нужны. Поэтому давайте-ка мы их сделаем наперед. Дурацкое выражение, сделаем наперед. Потом сделаем назад. Вот так вот. У нас остается что? Вот это остается. Пунька. Так, это сюда.
Значит, там берем сразу масло, там будет аптечка. Где шланг этот? Вот он шланг. И предохранитель. Так, стоп, где он? Что-то я туплю. Вот. Предохранитель. Так. Вроде все. А еще же битва с червяком будет. Надо записаться. Так, сегодня вещаем уже больше часа. Ну ладно. Тогда давайте до трамвая прям добежим, доедем, доплывем как-нибудь. И там уже сохранимся после трамвая. Если не ошибаюсь, сейчас пока все без приключений должно пройти. Аптечка у нас есть. А, нет, там будет стрёмная битва. Там будет стрёмная битва, и поэтому вот так вот давайте сделаем. На всякий случай. Застрахуй, братуха. Он не пошатнулся. Ох вы черти, меня нагрели. Я хотел обмануть игру, чтобы он зашел за него, а он не захотел за него заходить. Глянь, а? Игра подкидывает сюрпризы. Сюрприз. Так, мне срочно нужно игровое кресло. Отстань. Пошел в жопу. Не успел. Так, пёсели. Так, а тут еще сейчас сюрприз будет. Бежим по стеночке. А я только два всего лишь. Забавный момент будет с этим крюком, с ручкой этой ржавой. Мы когда первый раз играли, в самый-самый первый раз, достаточно было очень удивительно это увидеть. Куда это там воткнулся я. То есть такие, о, все, сейчас мы откроем, пихаем. Чего? Еще раз. Мы пихаем вот эту штуку. Сейчас типа мы откроем, и бац. А она сломалась. И все. И тебе показывают инвентарь. Мы такие, а что делать-то? Оказывается. Вот так вот можно сделать. И мы в данках. Так, а вдруг здесь тоже будет порох? Все, ключ не нужен. Ржавая ручка нам тоже не нужна. The zombies are getting restless. I know. I can hear them. What's going on? Они проголодались. Jill! What's wrong? They're coming. They must have sniffed us out. They know we're here. Hey, calm down. Any objections to my playing hero this time? What are you doing? Carlos!
пошел стрелять, а выстрелов нету. Недочет. Так, тут у нас ничего нет. Так, еще одна загадка, которую я постоянно отгадываю методом тыка. Окей. Б, С, красный квадрат. Д, А, Б, С, Б, А, Д, С, Б, Д, С, А. Ура! Как это работает, я не знаю. Д, Б, все пропало. А. Нет, не А. Давай Б. С, Б, А. Метод тыка работает. Чудесно. Ой. Вот так вот. Сейчас берем гранатомет. Ничего себе. Нет. Не может быть. Relax. I'm not dead yet. Еще не помер. Are you okay? Так ты в порядке? Дай ему пощечину. Мерзавец! I'm fine. Ты заставил нас нервничать. That hero stuff is harder than it looks. Еще бы. My ears are ringing. We both should be deaf by now. Okay, I'm gonna scrounge up some equipment. There might not be any at our destination. Вот они все что-то делают за кадром, а на самом деле делаю все я. Масло нашел, шланг нашел, провод нашел или что там было. Предохранитель нашел. А что вы нашли? Патроны бы хоть дали. Так, сейчас будет битва с Немезисом. И вот, может, убежать от него? Чудо прям бьет очень сильно. Он может сюда зайти, вот говнюк. Да ладно! О май гад! Вы погибли. Ну, придется переиграть. А где мы записывали в последний раз? Ну, прям по хардкору так. Парковка. Слушай, ну уж пока тут закончим. Да, давайте на этом сохранении пока остановимся. Начнем сразу с битвы с Немезисом. Так что пока все, хватит. Давайте. До связи, спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, дизлайки, комментарии, в общем, все, что хотите.
Спасибо за просмотр.